В настоящий момент на всем африканском континенте, согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, насчитывается по меньшей мере 10 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией. Эта цифра увеличивается ежедневно примерно на 4,5%. От COVID-19 скончались чуть меньше 500 человек. Власти ряда стран, например, Либерию, вводят карантинные меры. Не очень понятно, что имелось в виду. Изоляция так изоляция, но почему выходить можно днем и по утрам? А как жить? На что жить? Нужно ведь работать, ходить за покупками. Полно дел. Какая изоляция? Накануне Совет Безопасности Кот-д'Ивуар ввел обязательное ношение масок при выходе из жилища. Индивидуальные средства защиты такого рода будут распределяться бесплатно. Швейные фабрики и компании, работающие в сфере текстиля, сейчас выполняют заказы, функционируя практически круглосуточно. По первым оценкам, это решение может обойтись казне страны приблизительно в 15,5 миллионов евро.